Ромео и Джульетта – самая известная любовная пара. Каждый год тысячи туристов совершают паломничество в Верону, чтобы посетить дом Джульетты. Люди прикрепляют к стенам любовные письма и пишут мелом на камнях признания в любви. А ведь объективно Ромео и Джульетта – пример именно того, как не следует строить отношения. Джульетта из Никополетти, Ромео Монтекки. Еще в прологе пьесы объявляется, что по этой причине их любовь обречена. Ведь семьи – заклятые враги. Но это самая незначительная из их проблем. Вначале Ромео безответно влюблен в какую-то там Розалину и сгорает от страсти к ней. Ромео. Клянусь, до этой ночи я никогда не видел истинной красоты. Ромео? Да, любовь моя. Почему ты так разговариваешь? Мне показалось, что так будет романтичнее. Тебе не нравится? Да, нравится. Это даже мило. Тогда, клянусь луной, я буду говорить. Но встречает Джульетту, восхищается ее красотой и отчасти влюбляется в нее. Розалина? А кто это? Джульетта тоже полюбила Ромео с первого взгляда. И уже на следующий день, после того, как Ромео все еще страдал из-за Розалины, молодые планируют свадьбу. Бля, что? Прежде чем кто-то из них мог одуматься, Ромео уговаривает монахов обвенчать их. Тот думает, что так можно разрешить конфликт между семьями и соглашается. Вот же наивный чувак. Кажется, катастрофа и так уже случилась. Но нет же. Вскоре после свадьбы Ромео убивает брата любимой супруги, с которым он вроде как уже одна семья. А после этого сваливает из города. Все знают Ромео Монтекки. Боюсь, ты не первая юная леди, которую он очаровал. Своими скулами и сладкими речами. Какая же я глупая. Да, и правда глупая. Тут еще объявляется Парис, давно пускавший слюнки на 14-летнюю барышню, и хочет жениться. Отец Джульетты соглашается, не поинтересовавшись мнением дочери ни разу. Джульетта выпивает якобы яд, имитируя смерть. You drink it already? Oh, good God. What do we do? Ромео об этом не сообщили, и он, конечно же, делает то же, что и всегда. Принимает скоропалительное решение. Покупает настоящий яд и хочет умереть рядом со своей любимой. Поэтому отправляется в ее склеп, по дороге, между прочим, убивает и того самого жениха, добирается до склепа, травится, ну и норм. Джул просыпается, видит труп возлюбленного и тоже отправляет к себя к прапрабабушкам. Конец истории. Или это была выписка из архива психушки?